Итак, как обещал, сделать зимнее видео, потому что из-за нашей бурной растительности дольмены видно плоховато. Мы заходим на группу дольменов в поселке Катково-Щель города Сочи. Сегодня 29 декабря. На улице плюс 17. Сочи, с Новым годом. Вот первый камень, он похож на дольмен, но какая-то как заготовка, не могу оценить. Имеет интересную выемку, достаточно массивный. Вот выемка, насколько видно против солнца. Итак, что мы здесь видим? Вот это место напоминает стол. Не знаю, насколько оно с того самого времени, или это искусственно сделано новое образование. Место, где можно посидеть, подумать, помедитировать, уйти на ту сторону, войти в транс для умеющих и желающих. Вот еще камень интересный, с интересными выдолбами. Я не специалист, но насколько они искусственные или естественные, я думаю, видно будет на камере. Вот такой маленький ритуальный столик, и вокруг него стулья. Значит, вот расположен дольмен. Один из дольменов. Первый. Пройдем под дерем. Опа. Значит, что он из себя представляет? Видно на моей летней съемке. Чем интересны эти дольмены, группа дольменов? Здесь не бывает туристов. То есть здесь достаточно дикое место. Во-первых, у него два входа, так называемых. Вот это один вход. Вот. И вот это второй вход. Оба смотрят в район моря. Вот это, скорее всего, крышка от него. Предположительно. Большая крышка. Это наша сочинская новогодняя погода. И наша бурная растение. Вот опять же интересно. Вот видите, дерево какое. Раздвоенный, от ствола пошел ствол и имеет очень характерную, интересную форму ветви деревьев. То есть здесь, скорее всего, какой-то всплеск энергии. Вот тут видно будет против солнца. Вот деревья, у них очень интересные стволы. Очень странные. Ну, скажем так, не характерные, необычные. Так. Опа. Сейчас мы этот дольмен немножко обойдем. Вот что он из себя представляет вблизи. Здесь видно запил. И лицевая сторона, был один вход внизу. И второй. Запил, лицевая сторона, запил под крышку, под закрывашку, насколько видно. Вот я снимаю поближе. Вот. Ну, это такой классический, обычный дольмен. Птички поют у нас тут. Теперь, что еще хотел бы показать.
то, что летом было очень много растительности. Вот еще какое-то сооружение. Опять же, я не специалист, не могу сказать, утверждать, что это именно дольмен. Но, по всей видимости, судя по тому, что их здесь группа, возможно, вот эти камни, это как раз какое-то... Ну, все заросло. Я специально пришел к Новому году поснимать, чтобы в расчете на то, что здесь не будет много растительности. Растительности здесь достаточно много. Еще интересный дольменчик. Вот этот дольмен. Он сложен из отдельных камней. Что-то по сравнению с последним разом, а нет. Тут, может, землетрясение его немножко трухнуло, он чуть-чуть подосел. Он напоминает тандыр. Печь. Внутри его полость. Характерной круглой дырки у него нет. Ну, я не знаю, что будет там видно. Наверное, что-то видно. Паутинку, я думаю, видно всем. Вот, он небольшой, размером как раз тандыр с печь. Крайне небольшой. Вот, сложен из отдельных камней, напоминаю. Ну, это просто камень, предположительно, какая-то дырка, отверстие. Может, попытка была сделать что-то, но руки не дошли. Вот опять же интересно, просто кто разбирается в этом деле, вот видно, вот камень, в камне аккуратно сделано углубление. Вот. Камни, похожие на остаток дольмена, который я снимал ранее. Это вот так все выглядит, вид сверху немножко, но против солнца будет плоховато видно, наверное. Вон место для медитации, столик, условно говоря. Так, итак, нам осталось показать третий дольмен, который здесь расположен. Полный тандыр. Вот могу еще раз его показать, что он себе представляет. Так, аккуратная куча камней. Я на нее не рискну влазить, потому что боюсь, что мой вес он может не выдержать. Если он простоял много-много лет, будет обидно его разрушить. Так, значит, сейчас мы тут пролезем. Деревья явно кто-то опилил, обрубил. Сюда не ходят туристы. Здесь встречаются люди, специалисты приходят помедитировать, возможно, какие-то обряды поделать. Мы встречали двух девчонок из Питера прошлым летом. Вот. Может быть, если кому-то интересно будет, что у него находится внутри, я не рискую туда заходить, потому что кто его знает, какая там энергетика, и как она отразится. В общем, не будем искать себе приключений на эту точку. Так, и наконец, крайне маленький дольменчик из этой группы. Вот еще интересный камень, ну непонятно, отдельно стоящий камень торчит из земли, ну как бы скала не скала, вроде не дольмен, может
попытка заготовить была. Заготовка под альмин. Птички летают. Здесь как бы много интересного, но нужны специалисты. Вот группа камней лежит. Что это? То ли это курган, могила, то ли дольмен разрушенный. Непонятно. Ну, природа наша, конечно, богатая. Снег мы в Сочи практически не видим, не считая Красной Поляны. Вот, наконец, третий дольмен, который я хотел показать, третий из этой группы. Он практически полностью разрушен. Вот такой какой-то как предбанник выложен, непонятно, что это у него. И залит водой. Были дожди недавно, очень сильные ливни. Также выдал под у него вот дырка с одной стороны. И, по всей видимости, с противоположной тоже была дырка. Но это, опять же, не специалист, утверждать не берусь. Ну, судя по запилу, это была лицевая сторона. Вот видно, что здесь обработанная поверхность. Вот, ну, как-то так. Ну, это обычный такой классический дольмен, опять же разрушенный. В общем-то, все, что я хотел показать в этом видео, я снял. Ну, может быть,